взвешилась. Извините, что так поздно начала влог. Я уже давно позавтракала, сейчас перекус сделала. Авокадо с цельнозерновым хлебом. Ребят, я похудела. Вы просто не представляете, насколько. Напишите в комментариях, как вы думаете, насколько. Просто хочется интересно узнать, поймете вы или нет. Извините, мы за мой вид. Я сейчас, короче, Макс у меня в час пойдет спать. Я пойду, схожу в душ и приведу себе в порядок. Вот, сегодня у нас вроде планов особо никаких нет. Сегодня приезжает с путешествия. То есть, меня брат ехал с Питера, представьте, до Барнаула. Вот. А Макс кидается подушка. Максим, нельзя. Вот, я сейчас отдохну немножко, приведу себе порядок. Если останется время, порисую. Если не останется время, мне надо... Потому что мне еще нужно монтировать. Что-то у вас телевизор орёт. Сейчас, секундочку. Привет, ребята, да, скажи, привет. Ай-яй-яй. Вот смотрите, мы купили этот системник. Мы не знали, как это... Макс за 2 минуты понял, как это... Ай-яй-яй. Мы... Макся кушает. Я сижу рядом, ну, сейчас он стал практически все сам кушать. Вот, я помылась, у меня голова мокрая. Он занималась, мне осталось постоять самой без помощи рук. Минут пять, наверное, для начала. И, наверное, этот планку еще сделаю и все. И буду отдыхать. Вот такой вот у меня обед. Вот такой вот у меня обед. Ну, курочка и рукола. И стакан воды. Воды. Thank you.
shit I forgave. But don't make me run the whole track again. Dogs sniffing the ground, dressed like a hunter. I sit in a weary armchair and I watch this morning day. No sun, no wind, no rain. The best weather to draw black. Доброе утро, я себе готовлю омлет на воде. Приготовила кофе. И тут у меня апельсинка. Кстати, омлет сделала из двух яиц на воде, потому что молока не было. И даже лучше. Сейчас покушаю и пойду заниматься на беговой дорожке. Всем-всем приятного аппетита. Все, приехали питерцы наши. Мой брат посидели немножко, я потом сейчас вам покажу. Какой красивый кран, пожарную машину подарили питерцы наши, ну, мой брат родной и его жена. Сейчас сижу, вот жду, пока курица сварится мне на обед. Макса забрали родители, он у них побудет немножко. Вот я сходила в душ, закрутила немножко волос, чтобы немного кудрявый был. Вот. После душа тоже красненькая. Вот у нас тепло вроде, ну, знаете, уже осенний ветерок. Смотрите, как у меня кошка спит. Хи-хи. Такая кругленькая, взгляд, такой кругляш. Кругляшка моя сладкая. Утёк. Все, Макси ехали, играет в свою машинку. А я начала вот такую картину. Нет! Да-да-да-да. И что ты делаешь? Зачем ты маму бьешь? Макс. Да не надо маму бить. Маму. Молодец, погладь маму. А мама, мама. Маму надо гладить, целовать. А мама. Ну что, ребят, я открываю свой секрет. Я похудела на 3 килограмма за ту неделю. Вы были кто-то... Голосовала за 3 килограмма, молодцы. Вот, я сейчас заканчиваю на этом влог, потому что сейчас пойду Максику укладывать спать и ему читать книгу. Поэтому спасибо, что вы меня сегодня смотрели. Всем-всем пока.